Сейчас я буду готовить для себя супер целебное смузи. Вот это проросшая пшеница. Вы видите проросшее зерно. Вот такое оно должно быть. Выключек примерно 1-2 миллиметра, не более. Она хранится в холодильнике. О том, как ее делать, есть видео. Заходите в целебную кулинарию, смотрите. Видите, какая пшеница? Проростки. Что здесь имеется? В первую очередь, жизненная энергия. Вот она, в этот проросточек. Нигде ее нету, в никаких витаминах. Далее, здесь крахмал превращается в солодовый сахар. Это уже минус в пищеварении, то есть облегчает нам пищеварение. Плюс витамины группы В, Е, А и так далее, так далее, так далее в самом активном виде. Больше и не надо. Есть. Кефир или кислое молочко. Стаканчик кефира больше не надо. Мед. Желательно цветочный, чтобы он был жиденький. Столовая ложка. Супруга попросила сделать с петрушкой. Вот она сорвала зелень. Сейчас это все помою и загружу. Загружаем. Мотор от винта. Я сделал двойной помол, то есть раз перемолол, второй раз перемолол. И получилось все так мелко перемололось, что тщательно все смешалось, вы даже не чувствуете ничего и жевать не надо, просто глотаете. Во рту пополощите и глотайте, чтобы слюной смочилось. Слюна брызжет на этот напиток неимоверно сильно. Вкусный, необычайно полезный. Можно использовать как летом на завтрак, так и на ужин. Сытный, естественно, дающий массу сил, энергии и даже омоложения. Супруга попросила напомнить особо для всех, а именно основа этого коктейля целебного, это проросшая пшеница и кефир. Далее вы уже туда можете добавлять различные наполнители, а именно какие-то там растительные, можно немножко яблочко, можно, как мы сделали, петрушку, можно сельдерея, можно укропа, можно каких-то ягод туда поместить, можно даже с клубникой сделать и так далее, и так далее. То есть у вас тогда получатся разнообразные вкусы. Но неизменно остается это проросшая пшеница, примерно горсточка. Для тех, кто не понимает, что такое горсточка, 2 столовые ложки. Стакан кефира, ряженки или еще чего-то кисломолочного, простокваши. Вот, и по желанию уже добавляется мед. И плюс различные наполнители, о которых я только что сказал. Будете пить, радоваться и оздоравливаться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк,
звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!